Оренбургские предприниматели коллективно обратились к властям с просьбой ограничить работу федеральных торговых сетей с целью поддержки местного бизнеса. Представители бизнес-сообщества жалуются на то, что федеральные торговые сети загоняют в угол местных предпринимателей и товаропроизводителей, заставляя нарушать закон, чтобы выжить. Следствием сложившейся ситуации становится разорение как оптовых логистических предприятий, так и местного производителя, которому не дают представить свою продукцию на полках магазинов федеральных торговых сетей. Авторы обращения просят законодателей ввести ограничения для работы федеральных сетей, магазинов и гипермаркетов. Например, в будние дни до 20:00, в субботу до 16:00, а в воскресенье вовсе сделать выходной. В прошлом году члены Совета Федерации подготовили похожий законопроект с целью повысить конкурентоспособность малых форм торговли по сравнению с крупными сетями. Но данные поправки не получили дальнейшего развития в связи с отрицательными отзывами многих профильных учреждений. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Игорь Сухарев. Чем закончится нынешняя попытка предпринимателей, пока неизвестно.